Всем привет! Меня зовут Антон Горностаев, я райдер команды TechTeam, и сегодня мы рассмотрим самокат от компании TechTeam, модель Duker 303. Приступим к обзору самого самоката, но для начала рассмотрим его комплектацию. Самокат идет уже привычный нам по форме коробки, со стильным дизайном и с рисунком самого самоката. Также в комплекте к самокату идет обязательно два шестигранника, креатинный талон, паспорт самоката и, приятный бонус, теперь каждому самокату будет идти стикер-пак. А теперь приступим к обзору самого самоката. Перед вами самокат TechTeam Duker 303. Этот самокат идет в двух цветах, в красном или, как в нашем случае, в голубом. Давайте пробежимся по характеристикам этого самоката. Начнем с руля. На руле установлены мягкие резиновые грипсы с пластиковыми барендами. На самокате установлен руль из хромо-молибденовой стали, 55 см в ширину и 63 см в высоту. Также на самокате установлена очень надежная система SKS, вот с таким четырехболтовым зажимом. Также на самокате установлена очень прочная алюминиевая вилка. Колеса 110 диаметра с подшипниками ABEC-9. Это очень хорошие подшипники и позволят вам набрать очень много скорости. Алюминиевая дека новой формы с классным нововведением в виде пластиковых вставок. Гибкий стальной тормоз и мелкозернистая шкурка с названием самоката. Это все, что касается характеристик самоката Duker 303. В завершение стоит сказать, что самокат TechTeam Duker 303 подходит для начинающего уровня, чтобы выучить самые первые и базовые трюки. Особенность этого самоката – это то, что на нем установлена очень крепкая и надежная система SKS, крепкая вилка и хороший Т-образный руль. С вами был райдер команды TechTeam Антон Горностаев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на нашу группу ВКонтакте. Всем пока!